Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим о международном стандарте финансовой отчетности 36 обесценения активов. Это очень важный и интересный стандарт. Мы рассмотрим, какие признаки обесценения существуют, как определять сумму обесценения и как ее отражать в бухгалтерском учете. Это нужно для того, чтобы отчетность была составлена в соответствии с законодательством. Смотрите на видеоконсультанта.